Ну что, доброго времени суток, дорогие друзья, с вами студия StarLadder, я Алисами и Тварына. А я Тварына, и мы продолжаем следить. Звучит так очень, а я Тварына. На самом деле, нас постоянно подкалывают насчет того, что почему-то мы тебя обзываем. Не обижайте меня, не обзывайтесь. Это никнейм, серьезно, это никнейм Тварына, и когда-нибудь, я думаю... Они издеваются надо мной. Да неправда, он на фан-стриме вам обязательно расскажет, почему он Тварына. Да. Так что заходите. В скобочках нет, в скобочках да. Ладно, друзья, обязательно заходите, расскажу. Итак, у нас четвертая Best of 7 на сегодня. Встреча очень сильных именитых игроков. Ака Вандер, представитель Испании, сыграет с, ну, я думаю, известным всем Файрбатом, американцем, который был чемпионом мира. Да, действительно, в прошлом году он являлся чемпионом мира, сейчас у нас другой чемпион, Асткака, но тем не менее Файрбат является действительно, по правде, одним из сильнейших в мире, несмотря на то, что уже он не действующий чемпион мира. Но, тем не менее, давайте вспомним небольшую предысторию. На данный момент Файрбат находится в команде Cloud9, а с его уходом связан такой достаточно громкий скандалец, да, и, честно говоря, до сих пор не определились, где правда, где ложь, и почему он ушел с Team Archon, но, тем не менее, он напрямую сказал, что ему поступало предложение не от одной и даже не от двух команд, но он остановил свой выбор на команде Cloud9. А в свою очередь Ака Вандер, представитель SK Gaming, занимает сейчас очень высокую позицию в мировом рейтинге. Он 8-й в Европе, 10-й в мире. В свою очередь Файрбат 3-й в Америке, 18-й в мире. Ну, я могу даже объяснить, почему Ака Вандер занимает такую высокую позицию у нас по GOSU Gamers. Не так давно он стал победителем ESL Катовице в 2016 году, где, собственно, занял у нас одно из призовых мест. Да, где в финале обыграл, опять-таки, известного русского игрока. И стримера. И стримера. Я думаю, вы понимаете, о ком я. А я скажу. Сильвернейма. Ну и, собственно, помимо таких вот достижений от Ака Вандера, он old school. Принимал участие во всевозможных дримхаках. Дримхак Winter, Дримхак Summer 2015 года. Принимал участие в StarLadder Season 1, в рамках которого сыграл 5 матчей. Дримхак Лейпциг, True Silver. Мы достаточно много всего комментировали с его участием. И этот парень, вот мы это обсуждали, он хороший игрок, высокоуровневый игрок, и девушка живая. Поцеловала его в губы. Живая девушка? Это, ладно, не будем акцентировать на этом внимание. Но это было неожиданно. Это было как минимум неожиданно. Это так. Давай скажем пару слов все-таки о игре. Я предлагаю обсудить лайнап. Лайнап игроков следующие. Ака Вандер заявил на этот турнир мага, паладина, друида, чернокнижника и воина, который отправился в бан. В свою очередь Файрбат сыграет на разбойнице, маге, присте, воине и не сыграет на чернокнижнике, который ему забанил его оппонент. Мне нравится, что сегодняшний день третий друид порадовал нас, во-первых, наличием друидов, во-вторых, у нас появились присты. Второй жрец. И также у нас есть маги, что тоже очень приятно. Интересно, какие редакции магов привезли на этот турнир игроки. Увидели мы фирменного уже фризмага от доктора Хиппи. Оу, а тут что-то прям совсем интересное. Вижу я гномку. Гномка и вместе с... Это Mirror Tempo магов. Интересно. Хотя гномка на темпу магии... Гномка — это нестандартное решение. Конечно. Для темпа мага. Возможно, это Рено маг. А вполне может быть. И даже Blizzard. Да, это очень похоже на Рено мага. Все-таки гномка карта весьма хорошая, но не находится и места в редакциях колод мага ни как темпа мага, ни фриз маг. Ну, то есть... Я, признаюсь, ожидала от Файрбата, наверное, скорее фризмага. Маг вообще является его любимым классом. Сыграл он на нем 92 матча, винрейт 50%. Причем Файрбат в основном предпочитал именно фриза. Ну, не будем загадывать. Опять же, посмотрим чуть больше карт из колоды. А про колоду Ака Вандера пока что можно сказать, что это похоже, опять-таки, на современного темпа мага. Возможно, с Йоксароном. Я бы хотела увидеть Йоксарона. Ну, Йоксарон, на удивление, кстати, неплохо все-таки заходит. Зачастую. Не всегда, безусловно, потому что карта все-таки квинтэссенция рандома.
Но смотреть за этим интересно это с точки зрения зрителя. Это точно. Это всегда ново, неожиданно и обычно поджигающе. Я предлагаю сделать небольшой интерактив. Ставь плюс, если тебе нравится смотреть, как горит, когда играет Йоксарон, и ставь минус, если ты сам сгорел от Йоксарона. Ну, как-то так. Потому что я, пожалуй, поставила бы минус. Процитирую, опять же, Лебедя. Йоксарон — это самая адекватная легендарка, даже самый адекватный бог данного дополнения. А? Да. Я думаю, что не я смотри потом... на меня так, пожалуйста. Да, я думаю, я потом расспрошу у Михаила, что он имел в виду более подробно. Ну а здесь у нас открывается фаербат зеркальных копий 02. Ну и что вот примечательно... Сектантка выставляется, Аковондором здесь собиратель сокровищ. Несмотря на очень и очень продолжительную игровую историю как у Фаербата, так и у Аковондора, встречались они всего лишь один раз. И победителем в этой встрече вышел Фаербат. Так что сейчас хороший шанс для Аковондора хотя бы выйти один в один. Поквитаться со своим обидчиком. Ну и собиратель сокровищ. Видимо, это действительно Реномаг. Здесь у нас сектантка появляется на столе, также разыгрываются зеркальные копии. Ну и под подобный стол хорошо зайдет в дальнейшем Blizzard для Фаербата. Разыгрывается гномка с монетки для перебора колоды. И оракул. Все больше и больше похоже это на Рено мага. И вот что запретное пламя играет в своей сборке. А Аковондор дать это запретное пламя в, в гномку 2-4? Или все-таки сыграть через обилку, почистить можно и проехаться с обилкой, по лицу? Нет, с обилкой там уже по 2 СПД, опять же, за счет новых сектанток, как раз запретное пламя выстрелит на 4 и убьет гномку. Хорошая зачистка стола от испанского игрока. Вот этот эффект от новых карт, от этих сектанток, все еще не всегда к ним привыкаешь. Ну, новые карты, опять-таки, да, потихоньку, потихоньку привыкаем. Что интересно, карта эта имеет синергию с Ктуном, но Ктуна магов еще пока никто не придумал. Да и да придумает и ли, Богу. В принципе, хороший вопрос. Лазурный дракон хорошо вписывается в кривую маны для Аковондора. Получает он еще и фаербол, есть Рагнарос. Достаточно много дэмэджа он внес, и тут у Фаербата проблемы. Может быть, не стоило тогда отдавать монету на гномку, а стоило придержать монету, чтобы пораньше сыграть Blizzard для того, чтобы задержать стол. Не, ну, в принципе, ты держишь стол, опять-таки, это, вот уже видя колоду сейчас Фаербата, можно сказать, что это Рено Фризмаг все-таки, то есть невидимо каких-то карт, которые выделили бы эту колоду как контроль Рено Мага, все-таки это Фриз, гномка используется как дополнительный добор, кто-то выбирает других существ для добора карт, но вот гномку выбрал Фаербат. Инженер-новичок заходит. Уже тем временем 11 хп остается у Фаербата. Был сыгран огненный шар в лицо Аковондором, пока на столе находилось два юнита, которые давали плюс СПД дэмэдж. Он очень неплохо подгоняет своего оппонента под Рагнароса. Да, и здесь кудесник. Что же принесет нам кудесник эфириал? К сожалению, мы не видим раскопку. Да, действительно, очень жаль. Но это кабан. Также на столе появляется манозмей. Чем отвечать Фаербату? ХП очень мало. Хил в подобной колоде в теории может быть, тот же, допустим, аптекарь, а может его и не быть вовсе. Неплохо продавил Аковондор своего оппонента. И Рагнарос вроде бы медленно, да, но это карта, которая, в принципе, забьет Фаербата. Хотя, подожди, я уже про Фриза сказал, а были же копии разыграны, это вторые зеркальные копии. Вторые зеркальные копии. Это вообще интересно, то есть это... Рено маг просто, я предлагаю... Рено тут явно присутствует, хотя вот зеркальные копии, да.
Не, ну в Рено магии опять-таки используются повторы, это всем известно. Это, пожалуй, единственный класс, который играет с Рено Джексоном, используя повторы в своей колоде. Большое количество повторов. Но в целом мы видим нестандартный набор карт. Опять-таки заморозки, добор, сектантки. Хотя сектантка во фриза тоже не вписывается. Да, это какой-то такой авторский маг. Остановимся на том. А то это угадайка уже. Каждый раз гадать, что же привез тот или иной игрок, порой утомляет. Ну, на самом деле, утомление дело десятое, но в большинстве случаев мы не попадаем. В этом, если попадали, оно бы не утомляло, понимаешь? Вся хитрость в этом. И здесь на столе появляется Рагнарос, 3 хп остается у Фаербата. И дела его плохи. И не спасает здесь Близзард никаким образом. Не, ну он чисто гипотетически может забрать Рагнароса, попытаться затаунтиться зеркальными копиями. Да вот нет. Добирать нужно Рагнаросом. И ты не затаунтишься, как раз будет недостаточно маны. Таурисант, зеркальные копии, надеется на и фризится манозмей. Надеется на то, что не будет зачистки стола Атака Вондора. И что не будет летала, Рагнарос. Не, ну понятно, что зачистка стола имеется в виду для того, чтобы сделать летал. И то, что Рагнарос не попадет в лицо. А может быть поджигатель полиморф на манозмея, поджигатель кидает... В одну стенку Маназмей разбивает вторую, и Рагнарос стреляет в лицо. Ну а почему бы и нет? Ну смотрим. Опять-таки будет пинг. Ну, в принципе, неплохо, не идеально, но неплохо. Ну, Рагнарос оба попадания устраивают. Конечно, лучше летал. Но вы, собственно, Таурисана тоже неплохо. Да, ну и это летал. Выстрел в лицо. А победа для Ака Вондора сейчас становится 1-0. Быстрая какая-то достаточно игра. Ну и выбывает у нас маг для Ака Вондора. Да, более привычный, скажем так, темпомаг отыгрывает лучше в данном противостоянии против какой-то авторской сборки мага от Фаербата. Что в таких интересных наушниках они оба сидят. Я краем уха слышала, что Ака Вондор у нас вообще вроде в компьютерном клубе где-то сидит. Вот, ну, не знаю, насколько это правда, но вот, судя по курсирующим людям, ну, да, таким это может явно быть. Не домашняя обстановка. А вот посмотри, какие прикольные наушники у Фаербата. Logitech, по-моему, какие-то. Они прям они пульсируют. Они как у космонавтов. Значит, просто. Может, он из космического корабля играет? Да, ну... Черт его знает, как современные космические корабли выглядят. Может, действительно вот так уютно, диванчик, там, плазма на стене. Неплохо, неплохо. Ну и что же выберут игроки для второй партии? Это паладин, друид, чернокнижник. Я бы хотела увидеть хотя бы одного бабла-паладина. Я понимаю, что я слишком много прошу. Вряд ли, конечно. Но в виде разнообразия было бы приятно посмотреть. А это Ктун... Чернокнижник. Пока только Ктун. Рено ли это? Ну, комбо ли это? Или ОТК? Мы увидим чуть попозже. Мне кажется, что Рено будет присутствовать в этой колоде. Все-таки Рено нужен. Ктун, Рено, чернокнижник. Это как минимум, да? Да. Выглядит сильнее, чем просто Ктун, чернокнижник. Посмотри, какая интересная кривая маны для Ака Вондора. У него практически вся ранняя игра на руках. Он может... проявлять сильное давление на своего оппонента. Да, очень здорово здесь. Но это залог успеха против этой колоды. Весь early game зашел. А может быть взять... Зерус? Да, легендарочку. Он, конечно, порой подсовывает тебе свинью. А почему нет? Может быть. Ты играешь на контроль колоде, и у тебя есть время, чтобы эта карта просто лежала у тебя в руке и дожидаться, скажем, того момента, когда ты разыграешь. Вестника Рока. Точнее, не Вестника Рока, а Призывателя Рока. И это говорит нам... Ктунчик? Ну, Ктун, понятное дело. Ктун, который может еще вернуться на стол, что немаловажно. Не все играют, опять-таки, эту карту, хотя это очень сильная. А вот и Хогер. Ну, Хогер
к сожалению... Неплох, но не сейчас. Да, он уйдет. Идет на этот ход. Тоже проблема этой карты, что вот... Ты не можешь застопить. Застопить. Типа, именно хватит. Ту карту, которая тебе нравится. Достаточно. Тебе приходится как-то вот это все угадывать, рандомить. Тут у нас качается тем временем Ктун. Катун. И Лидан. Но неплохо очень заходит Ликтлена для того, чтобы убрать собирателя. Ты можешь поставить третий дроп. Катун, так качок еще тот, посмотри. Уже 9-9. И его просто не остановить. А вот уже и 10-10. А, неплохо, поборник туда забирает стол. Слушай, а может быть действительно в этом маге Рено и не присутствует? Слишком много копий. Нет, здесь это не Рено, это скорее какая-то, знаешь, версия агро-фризмага, рискну предположить. Хотела сказать мага-копателя, но потом подумала, что... Просто смотри, здесь синергия... Даже не синергия, скажем так, сочетание карт, половина карт от темпа мага, половина карт от фриза. При этом много добора, при этом есть какие-то неудобные спылы типа провокаций, стенок 0-2. Видели мы Таурисана, видели мы Сектанток, ну то есть такой некий микс. Мне пока эта колода, если честно, не нравится. Ну, посмотрим. Пока что она проиграла одну игру. Ну, вот знаешь, почему я склонялась к Рено? Потому что такая колода может пропустить очень много дэмэджа в лицо. Если у тебя нет хила, что тебе остается? Только фризить стол? Да. И 4-5. И мастер эволюции, который делает из призывателя, из зовущей зло, провокацию 2-4. Ну... Мощненько. Нормально, 2-3 превращаешь в 2-4 стенку, весьма неплохо. Ты обыгрываешь, по сути, Blizzard, обыгрываешь, ну, в некоторой мере Flamestrike, выпуская 4-5. И, что немаловажно, действуешь по мане. Ну и Fireball можно запулить в 3-6. Зерус весьма неплохо сыграл в данной ситуации. Учитывая, что он тебе достался. Из археолога. Из археолога это вполне приемлемо. Value. Смотри, фаербол отдает в другое существо, не мастер стал контролить 3-6. Да, не трогает провокацию. Гномкой ударяется в песчаного червя. Жизнеотвод приносит вытягивание души. Пожалуй, я теперь понимаю, почему, как фаербат, вернее, выигрывает матчи. Наверное, расчет идет на ОТК-комбо через большое количество усилений на силу магии и большое количество дэмэджа. Ну, стрелы, скорее копья, всего. Факелы, фаерболы. Все, что мы видим в этой колоде, это огромное количество перебора. И есть фриз, и есть огромное количество заклинаний, плюс существа, которые усиливают заклинания. А вот еще один факел. Теперь уже отпускается фаербол. И очень медленная игра от фаербата. Ну вот как ни крути. И сейчас можно... Временем фулл хп чернокнижника. Захилился он с помощью аптекаря. И выпускает даже восьмой дроп, не дожидаясь розыгрыша. Ну, в темп. Фуна. Опять же, сильнейшее существо в руке Кавондора. А вот, собственно, Таурисан, Рока, который наверняка рассчитан на то, чтобы ты мог дать вот ОТК-комбинацию. Теперь постепенно ко второй игре, внимательно посмотрев на эту колоду и разобрав ее, мы с тобой уже понимаем, как она, ну, гипотетически должна убивать. Ну, то есть это такая более гибкая версия, но фризмагом это не назвать точно, это такая версия, ну, не знаю даже. Ну, ОТК-мага, микс, наверное, в какой-то мере. Микс фриза, темпа и ОТК. Вот фриза здесь действительно заморозки для удержания стола. Есть заморозки. Стола. Не видели мы при этом Вестника Врока, если я не ошибаюсь. И долго-долго думает здесь Фаербат. И использует обилку в лицо. Будет ли копье? Нет, все-таки сохраняет урон. Ну и здесь жизненно необходимо забрать Таурисана. Thank you.
Ну что, Летал находим мы здесь. Макро Витал у нас появляется на столе, также выходит на стол сектантка. Тут два усиленных факела, две стрелы, копье и сколько? 29 хп было у чернокнижника, как-то не почувствовал. Бюджетненький такой, в некоторой мере бюджетненький маг с таким слабеньким леталом на 29. Тут даже овер. На 30, хорошо, и даже больше. 33 урона. Ну, нестандартная колода от Фаербата. Безусловно, интересное решение. Спасибо ему за то, что он показал. Ну, изначально это выглядело, конечно, ну, на самом деле, мы с тобой спорно. Изначально... Мы, наверное, вообще не поняли, мы увидели... Да, мы с тобой не вгляделись, по сути, не стали... Не в ту степь ушли. Да, не стали раздумывать. Ну и плюс в первой игре эта колода показала специфические карты, и не очень себя эффективно она показала. Поэтому во второй я начала сомневаться. Но заход Таурисана удачный под факелы, заход под копья и стрелы, много существенной силы магии дала Фаербату летал. Ну и, соответственно, 1-1. Счет сравнивается, и для Фаербата остается три колоды. Это разбойница, жрец и воин, а Кавондор в свою очередь должен победить на паладине, друиде и чернокнижнике. Чернокнижника мы видели, это Ктун, чернокнижник. Интересно, что же за друид у Кавондора? Возможно, Ктун-друид. Одного друида мы сегодня видели. А именно Ктун-друля в исполнении... Гриншипа, и очень уверенно он отыграл на этой колоде. И еще один друид был сегодня у нас в эфире от Оверка. Это был Бист-друид. Бист-токен-друид. Бист-токен-друид. Через учила крутился. Да, учительница, фендрал и большое количество зверей. Это было интересно. Ну и здесь обрати внимание, Акавондору на руки сразу приходит Джераксус. И еще и в придачу Катун, слишком медленная рука. Ну, слишком медленная. Ну, хотя бы есть сумеречный дракон. Ну, до четвертого хода еще далековато. А вот Hellfire весьма неплохо. Ну, а здесь... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Фаербат. Это неужели Варген? Это то, о чем я думаю? Запускаем Воргена? Да. Хотя, по-моему, похоже у нас в чате за Воргена полноценного банят. Можно запустить глаз Воргена. Полноценного Воргена. Глаз Воргена. Не подавай... Идеи? Идеи, да. Да, ну ладно. Жизнеотвод от Акавондора заходит. А здесь хорошая кривая маны. Собиратель, служитель, гномка, все по накатанной, циклим колоду. Все в добор перебираем, ищем комбинацию. Хороший, опять-таки, третий дроп для Акавондора, главарь банды бесов. Ну и, по моему личному мнению, неплохо должна играть колода Фаербата, если то, о чем я думаю, против колоды Акавондора. Потому что колода Акавондора медленная. Да, ну, это вот именно он, Ворген, ОТКшечка. Ты можешь снести 30 единиц урона своему оппоненту. Чернокнижник не выходит за этот показатель. Единственное, его спасают таунты. Ну, стенки, да, может быть, только Гратор, стенки Виклор. Его и спасают. Другие провокации, которые тяжело пройти для воина. Избранница Ктуна появляется на столе. Четвертый ход для Фаербата. К слову, у нас был небольшой такой спор. Многие считают, что зря Ктуна показывают обоим игрокам, что какой у него показатель. Мол, игрок должен сам считать своего Ктуна, ну, и вражеского. Учитывая, скажем так, больше направленность на казуальную публику. То есть это было видно по анимации того же Рено, которую сделали Blizzard вот, в последнем патче, даже перед последним патчем. Если вы помните, в самом начале Рено также подсвечивался, когда у тебя в колоде не оставалось повторов. В самом начале потом было принято решение убрать эту подсветку, мол, ну, чтобы как-то хардкорнее было, чтобы вы сами считали, если у вас есть повторы в колоде, сработает ли Рено или не сработает, и зачастую это было не так просто, то сейчас это вписывается в концепт игры, на мой взгляд, и опять-таки вот этот постоянно, там же Ктун фразы говорит разные, это такое давление на оппонента, и с точки зрения соревновательного Хардстоуна это, возможно, минус, но вообще, если говорить глобально про игру, то, мне кажется, это правильное решение.
Ну, решили немного, наверное, облегчить игру для, как ты верно сказал, казуальщиков. Ну, Ктун — это единственная легендарная карта, которая дается бесплатно всем игрокам. То есть с появлением, опять-таки, этих рецептов колод, то есть шаблонов колод, которые могут использовать новые игроки, и с получением вот бесплатной легендарной карты древнего бога, это попытка втянуть, ну, вот, новых игроков уже в такие, знаешь, более сбалансированные, хорошие колоды. И вот именно Ктун колоды — это самое популярное решение среди новичков в ХС. Ну, поэтому хорошо, что они теперь играют Ктун колодами, а не фейс колодами, как было ранее. Потому что по классике жанра фейс колоды в основном были как раз самые дешевые по пыли. Ну, тот же фейс-хант. Я бы даже, смотри, нет, я говорю про совсем начинающих. То есть дешевые агро-колоды, канцер-колоды. Там да, практически все дешевые колоды, они были эффективны. Да, да. Но и при этом говорю, они приносили результат. Но это результат уже для более, скажем так, продвинутых игроков, для игроков, которые хотят получить какой-то результат. То есть за счет дешевой, быстрой колоды ты, допустим, достигаешь какого-то определенного ранга, либо выходишь в легенду даже, либо достигаешь даже каких-то высот в легенде. То есть это уже такие, ну, продвинутые пользователи, скажем так. Которые соревнуются, да, как раз за рейтинг. Да, соревновательная составляющая. А Ктун колоды, в принципе, вот эти рецепты колод, они помогают абсолютно любому новичку войти в игру, играть на каких-то вменяемых колодах. Ну, прочувствовать вкус, попробовать игру, посмотреть на нее. Ну да, кстати, достаточно интересную теорию ты высказал. Я думаю, что, в принципе, она, скорее всего, соответствует реальности. Ну, и чем руководствовались Blizzard, нам неведомо. Поэтому мы можем остается только, гадать. Да, предполагать. Тем временем был разыгран император Таурисан. Из элементов комбинации он удешевил только рывок. Но продолжает этого перебирать колоду Фаербат. Этого не зная Таковондер, я видела такую интересную реакцию на, собственно, стоящего Таурисана без контроля. Он был безумно этим недоволен. Я думаю, что, ну, во-первых, Таковондер предполагает, против какой колоды он играет. Во-вторых, естественно, он недоволен тем, что не находится ответа на императора Таурисана. Это очень грустно. Император, который стоит на столе, это невероятное преимущество для твоего оппонента, тем более в комбо-колоде. Ну, как правило, Таурисан сейчас играется исключительно в комбо-колодах. Либо в комбо, либо в ОТК каких-нибудь. Ну, собственно, список можете продолжить. Ну и круговерть пустоты, которую Таковондер уже прям на излете прям, ее, да, схватил. Даже в кадр не успела залететь. Круговерть помогает разобраться. Боится он Таурисана настолько сильно, что тратит весь свой ход на то, чтобы зачистить стол. А Фаербат продолжает крутить колоду. Боже, сколько добора у него в этой деке. Просто собиратели, гномки, служители щитом. Он вообще, по-моему, все доборы практически со своей колоды которые достал. Есть. Да-да-да. Просто, знаешь, входишь, открываешь Хардстоун и там же все карты, которые, да, дают, да, да, добор. И тебе прям сразу добавить в колоду. А потом уже дополняешь. Только, по-моему, что мы не видели? Грязного барахольщика не видели. Барахольщика, ну, не было. Ну, давай не будем этот список продолжать, потому что это надолго. Сейчас, да, найдем еще много карт, которые проблем можно себе на голову, мне кажется, мы найдем. Да, и уйдем куда-то не туда. На столе появляется Зовущее зло и Сильвана. Ну и здесь боевая ярость, судя по всему, будет разыграна. Ну и подконтролить Сильвану было бы неплохо. Ты знаешь, нет, мне кажется, он будет держать ее. Но у него слишком мало здоровья. Вот и Ворген. У него, хотя, учитывая, что он так, уже 8 Ворген армора поднял. Еще добор, сколько карт. Ну, в принципе, да, боевую ярость. А может, подожди, а не может ли он сейчас реализовать летал? Ворген, хватает рывок, разгон. Вот он считает. Четырнадцать получается. Да, похоже, всего достаточно. 19, 21, или я неправильно посчитал? Я и вижу ванов. Видимо, неправильно посчитал. 8, 16, да. Знаменитые комментаторы, которые не считают так, как нужно. А еще, этого достаточно. Еще и топорик поднимается. Даже более чем. 23 на доске получается. И это 2-1. Слушай, и прям уверенный. Уверенная игра. И показывает еще и топор. Мне нравится подход Фаербата к выбору колод. Это ОТК. Вар,
это интересный маг. Да, то есть нестандартный лайнап пока что нам показывает. Слушай, ну это божественно. Я надеюсь, что данная тенденция сохранится и в основной части нашего турнира, когда мы начнем играть групповые этапы основной части Старладера Season 2, потому что сейчас у нас ребята играют квалификации, и это группа Б. С группы выходит два человека. Один напрямую, и это имя мы узнаем уже завтра. А один через лузера. Ну, пройдет немного времени. У нас уже есть человек, который вышел из группы А, это Кранич. А вот кто выйдет с группы Б, мы узнаем в течение нескольких дней. Ну и, собственно, кто вылетит, мы тоже узнаем в течение сегодня нескольких два игрока дней. Покинут этот турнир. Завтра будет продолжение матча в группе Б. Еще два игрока покинут, ой-ой-ой. И один пройдет далее. Ктундруид, ну, неужели? И просто Прист. ОТК Прист. Ну, слушай, ну балуют нас колодами. Сегодня вообще какой-то невероятно крутой день по колодам, по зрелищу, по всему вот этому, знаешь, связка. А тут Ктундруид у нас, ОТК Вондера. Причем очень хороший старт для друида. А вот у Приста оставляет желать лучшего. ШВП, Талнас, ШВД и Оракул. Ну, слабо. Прям можно с монетки запулить третий дроп. Ну и почему нет? Причем у тебя это существо 3-4, великолепная стата, правда, одно заклинание контролит все это дело. И оно есть на руках у Фаербата, к сожалению, для Кавондера. Да, пожалел он очень сильно. Недоволен. Не, ну, плей, опять же, ход Кавондера правильный. Он был неплох. Правда, если бы он знал... Ну вот, по факту, это существо могло законтролить только одно единственное заклинание. Которое оказалось у Фаербата. Это, ну, отыгрывать от этого смысла, естественно, нет. Все правильно делал испанский игрок. И везение Фаербата, что оказалось у него ШВП на руках. К сожалению, Ака Вондер очень сильно сломал себе кривую маны. Тем, что он отдал озарение. Это действительно так. И сейчас у него только... третий или с монетки четвертый ход, но что-то как бы... Ну, Квакси будет без боевого клинча, поскольку уж. Ктун не качнулся. А существо за три маны не убивает Талнаса? Ну да, поборник Ктуна не убивает Талнаса, поскольку слово силы щит было разыграно, и появляется с монеты четверка. Это Квакси со статами 4-5. Малигас Прист? Вау! Обычно мы видели так, на этом турнире двух ОТК Пристов, но они оба играли через Вилена. Да. А здесь Мали Прист. Вау. Знаешь, теперь я видела все. Или почти все. Там еще пара колод у Фаербата осталось. Но учитывая, что у Фаербата еще одна колода притаилась, то да, пожалуй, не стоит торопить события. А это мы еще не видели, какие колоды привезут игроки в основную часть уже. Те игроки, имеется в виду, которые получили прямое приглашение, вот которым присоединяются победители наших групп. Там и Калента, и лайф-коуч. Ну, я искренне надеюсь, что это будет что-то такое же интересное и такое же зрелищное. Я очень разочаруюсь, если они пойдут по стандартному шаблону. Ну, это будет. Ну, пока что радует. Опять же, мы имеем сейчас уникальную возможность сравнить колоды, которые используются сейчас в китайском регионе, поскольку мы смотрим кастинг для вас китайский дивизион SLA лиги. И я бы сказал, что вот Европа, Америка, но в целом мир, он радует пока что больше разнообразием колоды. И в принципе... Не знаю, насколько это адекватно говорить, но более высокий скилл игры пока что мы видим. Ну, учитывая, что именно в мировой дивизион собрали всех топов, которые не просто показали себя, но и доказали, что они лучшие из лучших, они играют наши квалификации, что они одни из самых лучших, которым чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в основную часть, то китайский дивизион объединяет ну, там масса игроков, очень много игроков, там куча групп, там стримеры, аматоры, там, я не знаю, игроки, то есть, ну, там гораздо больший разброс, поэтому, да, там порой встречаются ребята со слабым скиллом. И выходит из китайского дивизиона тоже не так много игроков, но, опять-таки, вспоминая прошлый сезон SLA лиги, стоит отметить, что победителем этого сезона стал именно китайский игрок Робин. Который, к слову, начинал в дивизионе стримеров, потом переместился, по-моему, в дивизион профессиональных игроков. Вроде как вообще игроков. Он даже из аматоров попал в стримеры. Вот, а потом то есть там, ну, карьерный рост
налицо. Но вот так вот. Два представителя Китая приехали на LAN-финалы в Минск. Один отыграл, откровенно говоря, плохо, потому что Робин взял неродные для себя колоды. А Робин, как бы, шаман в лицо, раскопка, ожог, поехали. Фулагра и... Не, ну он на самом деле молодец, конечно, ему очень сопутствовала удача, это факт. Но, как бы, победителей не судят. Это безусловно, это безусловно. Ну и позиционная... Даже позиционной борьбы нету. Одиноко стоит дракон. И к нему сейчас присоединится еще добавится. Несколько существ. Может вот, быть, стоит сыграть друида в облик медведя и зовущую зло? Или сыграть... Ну, мне нравится больше друид, наверное, и зовущее зло. Сумеречный предок по мане лучше подходит, и он будет качать, опять же, Ктуна. 7 кристаллов маны. Ну, у тебя 7 маны. А, ты с этим, все, я понял, как раз, да, 7 это зовущее зло, и просто отдает Черного Рыцаря. Ну, понимает Акаондер, что не будет провокаций в колоде жреца. Ну, и таким образом он обыгрывает в некоторой мере, наверное, Укинайку, не отдает свою мелочь. Ну да, если зовущее зло сыграть, то... Там как бы с Аукинайки и Цоха ты теряешь, ну, практически все. То есть гораздо больше. А так он тратит Аукинайку, Цоха, Билку, чтобы зачистить твой стол, но при этом он убирает два существа. Вытягивает зачистки. И как играть здесь Фаербату? Как мы видим, здесь Аукинайки... Аукинайками и не пахнет, но есть новое заклинание, объятие тьмы, которое позволяет менять облик жреца на один ход, но нету круга исцеления. Одно из самых интересных заклинаний, по моему мнению, в новом дополнении, да, оно не делает чего-то и необычного. Еще и Вилем все-таки играется. Я так понимаю, что Малигас используется как потенциал еще раз зафинишить, может быть. Ну да, то есть дополнительно. Эту карту просто не ждешь. То есть видели, я уверен, игроки уже подобной редакции жреца, и там использовалась, ну, используется, безусловно, Вилен, Таурисан, Объятия тьмы, флеш-хилы, майнбласты и так далее. А вот Мали, это такой сюрприз. Возвращаясь к заклинанию за 2 маны, оно не несет никакого нового смысла. Оно работает, как у Укинайка. Но оно является... дешевле. Во-первых, оно дешевле. Во-вторых, оно, вот появление этого заклинания дало возможность играть вот ОТК престом, комбо престом. Как раз за счет дешевизны. Оно вроде бы и смысл в нем и не новый, потому что есть Укинайка, но сколько это дало пространства для фантазии престам. Вот она, мульчирование играет в своей версии Ктундруида Акаондер. К сожалению, перебора своему оппоненту ты не можешь сделать через мульчирование. Ты можешь дать ему одну карту. Ну и мы видели, что в руке, когда игралось 2 мульчирования в одном из матчей, ребята даже передроувывали друг друга. Это было достаточно любопытно. И будет оно играться сейчас. Тем не менее, да, убирает именно с помощью мульчирования. Ну, по-моему, пора качать своего Ктунчика. Это Страж Гнева для Фаербата, и Зовущее Зло появляется на столе. Ну и Раскопанное Зло, которое сейчас, в принципе, неплохо заходит, но не погибает одно из существ. Да, Сумеречный Предок останется жив на единице. Давай попробуем считать дэмэдж, потому что мы с тобой любим заболтаться в нашем медленном стиле, и потом... проглядеть летал. Но я вижу только один мейнбласт. Это плохо. И один флэш. Да, летала здесь близко нет. Всего лишь 2 заклинания, наносящие урон. А Присту нужно уже выживать. 12 единиц здоровья. Этого слишком мало. Конечно, да, это тебе не старый друид с пеньками, с ревом, но тем не менее... Тем не менее, там 10-й ход, ты уже боишься появления Ктуна. И смотри, даже тратит... Да, объятия тьмы, и с помощью обилки добивается Сумеречный Предок, на столе появляется клирик. А здесь Зовущее Зло, и какую комбинацию провернет Кавондер? Гнев для того, чтобы убрать клирика и не давать добора.
верное решение. Такого приста нужно лишать добора. Мы уже видели, если подобный прист остается без нужных ему карт, или они заходят в неправильной последовательности, то он абсолютно ничего не может сделать. Но в принципе, жрец без добора карт, он очень сильно ослаблен, скажем так. Поборник Туна плюс друид когтя в облик кошки. Пытается хп. Додавить. Пытается додавить здесь у нас Эковондер, это абсолютно верное решение. И наносит 4 единицы дэмэджа. Ну а здесь для фаербата не хватает дэмэджа, его слишком мало. Кстати, Малигас хорошее решение, учитывая, что друиду обычно такое существо убивать нечем. Это как Изера. Да, плюс Салица нет в колоде у друида наверняка. Ну и даже поэтому не тратит мали. Флэш, оставляя его на летал уже оппоненту. Надежда, что он сможет таки добить. Или хилиться. Ну просто если он хилится, да, скорее всего он выживет. Но чем убивать теперь не совсем понятно. Ну там дэмэдж нужно высчитывать на самом деле. Один майндбласт остается в руке фаербата из заклинаний, которые он может направлять в лицо оппоненту. Что делает друиду? Недостаточно. Может ли друид забрать этого Малигаса? Если он его забирает, он безумно теряет темп. Рашить в лицо и надеяться, что ты выживешь, тоже идея как-то так себе. Ну, на самом деле сейчас, если Мали не забрать, а как мы видим, забрать его не представляется возможным, если зайдет второй майндбласт, то Вилен и два майндбласта по логике это будет... Нет, но он может разменять 2-1, дать заклинание за 5, которое наносит дэмэдж. Ну, туда, конечно, всандалить много всего придется в этого Мали. Ну, это нужно. Если ты оставляешь Мали в живых, то ты проигрываешь. Поэтому, поборник Туна плюс ты кошка. Ты как бы убиваешь, но это прям настолько затратно. Раскопанное зло, поборник Туна и обилка героя. Ну, это стоит того, поскольку, ну, выживи сейчас Мали и зайди второй майндбласт. Ну, видишь, тут одно из двух. С одной стороны, да, ты его забрал, как потенциально вот, летал для себя. Но дело в том, что у этого оппонента еще есть один win condition через Велена. Ну, под Веленом сложнее все-таки будет убить оппонента. Он понимает, что там нет подконтролей, поэтому просто идет Велен, хил себя и существо 4-3. Страж гнева появляется на столе. Ну, а здесь добор карт. Нуриш. Что сейчас могло бы хорошо зайти? Катун, для того, чтобы зачистить Велена, если все пойдет хорошо. И, кстати, дэмэдж бы приз получал также. Да. Под 4-3 каждый существа. Каждый пинг Страж Гнева давал бы такой же урон и его владельцу. Посмотри, как много Аковондера. Ну, пошли. Раздумья. Смотрите, смотрите, серьезные. Как думают профессиональные игроки. Жаль, есть темная Оракула, может закрыться, провокация, но как бы тут главная угроза не со стола исходит. Ну и решает добрать карты. Появляется Ктун, появляется Рагна и Озарение. Кстати, Ктун был 15-15. То есть, если бы зашел Ктун не после добора, а Ктун в руку, то у друида были бы все шансы еще побороться. Ну, играется озарение, темная Арако, еще качается Ктун и провокация 5-7. Ну, давай смотреть, может ли убить сейчас фаербат своего оппонента. Слово тьмы добор. Смерть для того, чтобы пройти провокацию. Изначально добор с помощью ПВШ заходит Алкинайка, это не то, что нужно. Ну, а хорошая зачистка есть. Слово силы смерти. Велена 7, существа 4, Саукинайки зачистка. Летала нет, но стол очень сильный. И вот сейчас Ктун, ну, на стол, я бы не сказала, что, Майндбласт, что он очень много решит. 7 хп остается у друида. Стол очень сильный, и что делать Аковондеру? Ну, по сути, надежда... только на Ктуна.
Какие еще есть варианты? Там Рагнарос практически плюс невозможно. Там на самом деле практически невозможно, чтобы Ктун зачистил все. А вдруг 17 единиц в лицо? Феерия рандома. Ну, давайте посмотрим. Тебе нужно, чтобы умер практически Вилен. Все попало. И Страж Гнева. Ну, в идеале, чтобы погиб... Ну, чтобы пока что все неплохо. Нет, нет, нет. И выживает Это Вилен. Партия, победа Фейербата. Вилен жив, и он на ходу американского игрока убьет друида, но друид предварительно прожимает консид. 3-1. Первая игра, где ОТК Приз не смог реализовать ОТК-комбинацию, но при этом все равно победил. Ну, кстати, интересное решение Мали, от Фейербата. Мали реально еще позволил... один вин-кондишн, по сути. Я даже не сказал бы, что это вин-кондишн. То есть, да, формально он настолько напугал твоего оппонента. И действительно, если не убери со стола Мали, то Мали под Виленом ну, теоретически мог тебя убивать там буквально двумя заклинаниями. Поэтому Акавондер потратил очень много ресурсов, чтобы разобраться с этим легендарным драконом. Тем самым сумел получить еще какое-то время Фаербат и, собственно, подавить. А вот и Мали Рога. Интересно. Ох. Фейербат прям радует своим лайнапом. А не Миракл более популярный в современной мете, а именно Мали Рога. Ну и Акавондер остается на своем друиде. Вылавливает он, опять же, неплохой старт, ранняя игра, пробав Ктуна и наличие сумеречный предок. Больших провокаций. Да и в принципе сильных существ в этой колоде, а у разбойницы всего лишь два ошеломления. Но можно сыграть на дэмэдж, попытаться. Учитывая, что твои заклинания пробивают провокации под Малигасом, если все сложится позитивно для тебя, то можно еще попытаться выиграть. Но старт, конечно, без сомнения, великолепен для Акавондера. А здесь Зовущее Зло приходит также в руку Фендерал. Если он останется жив, то, возможно, мы увидим Друида Когтя в новом облике. 4-6 провокация с рывком. Ну, а здесь уходит полная зачистка. Подготовка, потрошение, агент и забрать набор клинком. Второй сумеречный предок появляется на столе. Качается Ктун. На четвертом ходу можно сыграть Клакси с... Батлкрайм 4-10. Здесь хорошая зачистка также для Фаербата. Он очень много всего отдал для того, чтобы разобраться с ранней игрой. А там... Для друида все великолепно. Да, вот это тот все. Самый хороший заход, еще и Ктун приходит в руку. А, тот самый хороший заход, когда Ктун-друид выступает как темпо-дека. Ты просто каждый ход... Сильное существо ставишь на стол, при этом качаешь своего древнего бога, получаешь дополнительные какие-то бонусы для своих существ, например, вот как неплохое такое существо 4-10 на четвертом ходу. Ты сноуболишь, причем сноуболишь не самыми слабыми существами, как это делает зоолог. Да. Но пока что Фаербату удается отбиваться. Удавалось. Сейчас надолго ли? Да, у него проблемы. Ресурсы заканчиваются. Точнее, уже почти закончились. И перебора колоды пока нет. Харрисон Джонс достаточно бесполезен в этой ситуации. Он не играет. Но как существо 5-4 сгодится, но явно не сейчас. Хочется получить с Расхитителя эффект. Ну и, конечно, что, взять оружие и забрать. Через удар в спину, пушку и размен. Умирает друид Когтя, также погибает Фарсир. И топ-дек размаха для Акавондера. Думаешь, да размах в бой? Дабы засейвить свое существо 4-6.
Ну, почему бы и нет? По сути, ты можешь и Кланси забрать расхитителем, тогда ты подставляешься под удар клинками, либо веер. Да ты там на самом деле этим существом 4-6 его забьешь. Да, через нет, пару ходов. Ну, есть, опять-таки, сап, но это не решение проблемы. Ну и в свою очередь Фаербату, он видит, что он сильно проигрывает игру. Ему бы в идеале не показывать полностью архетип своей разбойницы. Хотя, опять же, Шив играют обычно только Мали. Да, то есть уже... уже он спалился. Но есть редакция Miracle разбойницы, которая также использует мы одну даже копию видели Шива. Ее. Мы даже ее видели. То есть формально еще не дал понять. То есть вот если он покажет, допустим, Sinister Strike, да, коварный удар, все. То тут уже все ясно. Так, так пока что, я думаю, только намек дал Фаербат на архетип своей разбойницы. Так, хранитель болот появляется на столе. Играется он с разгоном. Дополнительный кристалл маны получает. Ну и на следующем ходу с помощью монеты сможет разыграть Ктуна Кавондор. Все идет к тому, что друид все-таки возьмет партию. Ну и, видимо, будет сдаваться здесь Фаербат, и мы видим, что в этой колоде гоблин-аукционист используется как раз-таки на перебор колоды. Ну, Мали играют, да, через гоблина. Там, по сути, разница в, скажем так, финише. То есть Миракл играют сейчас часто через, ну, хладнокровие почти во всех сборках. Чаще всего играют ли с Лероем, кто-то играет через матроса и манипулятора. Ну, а и хладнокровие. Да, Мали финишит, собственно, за счет Малигаса. И остается 8 единиц заклинаний здоровья у Ака Вондера, и он может попытаться сейчас сделать, я не знаю, что ли, 33% или но через монетку Ктуна. Монета Ктун. Монета Ктун мне нравится, учитывая, что твой оппонент отдал ошеломление, даже если ты не залетаешь своего оппонента, то есть ты оставишь его на одном хп. Причем ты почистишь его существ, что... Нет, на 33% подожди делает... А, обилка на 50 на 50. Мы теперь забираем Харрисона. Ну что, сегодня у нас Рагнаросы не промахивались. Да, 50 на 50, а так бы на 2 хп в теории мог остаться твой оппонент. Ну, не суть. И минус гоблина. Любой исход хорошо. Да, ты можешь поставить сейчас дракона, дать сап для того, чтобы... Но убрать Раду. Тогда опять будет 50 на 50. Или Ктун с возможностью убийства. Ну, он может сыграть даже вот зачистку, таким, думаешь, образом. Будет? Теневой удар. Потрошение и лазурка. Нет, потрошение и лазурка не втискивается. Веер тогда. Ищем что-то другое. Веер это удар то в спину. Ну, Ктун сейчас убивает. Потрошение и Ктун даст летал для Кавондера. И это у нас 2-3 получается. Ты как-то взгрустнул немного Фаербат, по-моему. Ну, ничего, бывает. Опять-таки, всего лишь один раз осталось победить Фаербату в этом противостоянии, чтобы завершить победно эту встречу. Ну, либо стоит... Кавондеру целых два да, раза. Да, целых два раза. Фаербат на своей разбойнице должен обыграть друида, ой, друида победил, паладина и чернокнижника. А Кавондер у нас, вот он, чернокнижник. К слову, большой любитель Ктун колод, Ктун друид, Ктун чернокнижник. Первый любитель Ктуна? Ну, настолько сильно любящий именно этого древнего бога игрок, все-таки больше отдает предпочтение Энзоту. И Шараджа мы не видели ни одного раза, а Йоксарон игрался, я вот не, уже не вспомню, в китайском дивизионе, либо здесь, но Йоксарона я точно видел. Да, был он. Так, ну и противостояние разбойницы и Ктун чернокнижника. Маля Рога против Ктун. Смотри, как интересно и медленно играет Ака Вондер. Он не ставит главаря банды бесов, тапается.
Ну и свое преимущество захватывает разбойница, выпуская 5-4. Может быть, не стоило так медленно разыгрывать против Рогита? Ну, сейчас ты сыграешь дракона. Получишь какой-нибудь... Получишь саб в ответ. И... Ну, вот ну, об этом, в принципе, и вела я речь. То есть... Не, ну, с другой стороны, смотри, сыграем, говоря, банды бесов, сейчас бы расхититель поменялся. Ну, даже, смотри, игнорит дракона. Так у тебя бы сейчас был главарь и дракон уже, и ты бы уже, в принципе, мог начинать меняться. Ну, это уже такое дело. Это лирика. На самом тут деле, да. Очень неплохо заходит темная стрела. Чтобы убрать два существа сразу же. Убить расхитителя одного, второго заберет дракон. Не стесняется тапаться, опять же, Аковондор. По темпу, конечно, Аковондор просаживается очень знатно. Но он возвращает себе контроль стола. Правда, для Фаербата радость, у него есть гоблин-аукционист, у него есть куча перебора, и я думаю, что следующим ходом он все это, собственно, пустит в бой. А вот у разбойницы потенциально очень хороший темп. Ну, здесь, кстати, Таурисан великолепно заходит на очень сильную руку Аковондора. Ему бы хил какой-то найти. Гоблин-аукционист, и поехали крутиться. Монета. Еще одна монета. Есть даже подготовка, удар в спину. Подготовка, теневой удар, да, будет сыграна для убийства Таурисана. Как же много карт. Вот это я понимаю. П. Продуктивность. Еще укола дает в лицо. Еще две карты сверху. И находит вот своего Таурисана. Но Мали вот нужно находить. По а вот эмали. По дэмэджу, то, что наносит дэмэдж в лицо, у тебя только заклинание за одну ману. Да, хорошо, ну, что коварный ты... удар. Хорошо, что ты нашел Маллигаса, это факт. Но хотелось бы больше дэмэджа. Но там 17 здоровья. Слишком мало. Ну, Рено, опять-таки, мы не видели, кстати, в колоде Аковондора Рено, но наверняка он играет. Потому что легендарку. И копии хила... мы особо не встречали. Хила слишком мало, но, в принципе, вот сейчас ноль хила на руках. И может ли он забрать гоблина-аукциониста? Судя по демоническому гневу, адскому пламени, да. Ну, тогда ты еще спускаешь себе хп. И себе первое. Второе, ты делаешь очень медленный ход. И стоит ли оно того? Может быть, раскопка в поиске ожога? Ну, чтобы за одно заклинание, по сути, забрать. Ну, шанс слишком низкий получить именно ожог. Ну и да, вначале... С черного археолога. Вначале адское пламя, потом археолог. Может быть, в надежде копнуть. У тебя все равно по мане помещается. Нет, все-таки демонический гнев. Не знаю, мог бы копнуть. Уже археолог. И это все-таки ПО. Дополняющая мощь, вестник Рока появляется на столе. 14 хп. Наверное, это у Рисана рано играть. Тем более он умрет. Можно попытаться насытить свой стол существами, сыграв... Сап. Сыграв агента Шру на то, чтобы забрать, пробить в лицо и сменить оружие. У тебя две прочности, у тебя существо 3-3. Ну, в принципе, можно попытаться каким-то образом убить. Ну, если зайдет потрошение какое-нибудь. И аптекарь, который в ситуации с одним вражеским существом. Да, всего лишь два хила, это слишком слабо. Тут лучше бы сыграл тот же, допустим, продавец закусок. Рено. Ну, Рено это идеально было бы, но... Только глаза Аковондора в кадре. Ну, знаешь, выше чем, глаз. Чем на напряженнее момент в игре, тем он... Ниже Аковондор. Сползает немножко. Играется аптекарь под хил на 2. И существо 3-4. Ктун 7-7, маленький. Первый ктунчик. Кач Ктуна. Так, а вот и Эвик. Тут уже, я думаю, что можно играть Императора. Собственно, да, есть пора, два пора. Заклинания, которые смогут дать тебе летал. Проехаться по лицу. То, что ну нужно. И только Рено спасает сейчас. При этом, помимо Рено, тебе нужно меняться. Ты полностью нужно разменивать стол. И это 17 не урона Рено. С руки. Но есть тап. Есть у Фаербата.
Вариант с Тапом. Единственный шанс найти Рено. Плюс еще как-то нужно разобраться со столом. Ну да, Рено. Продолжаем играть с Айфон Сол. Ну, позволяю тебе убить Таурисана, но ты умрешь. В любом случае, на следующем ходу. И эта партия чистит стол с помощью вытягивания души и сумеречного предка Акалондор. Но здесь Малия. Коварный удар, потрошение. И это... И это победа. 4-2 для Фаербата. Фаербата. Хорошая игра от него. Выходит он у нас далее. И со Спавлом. Ой, вот это у нас пары. Впереди на самом-то деле, ну, очень уж крутые встречи. Это Хоя против доктора Хиппи и Павел против Фаербата. Ну, на самом деле, невероятные пары. И у нас, получается, на самое позднее время остается самое вкусное. Десерт, так сказать. Посмотрим. Ну, это прям на самом деле, ты знаешь, десерт, вишенка, еще одна вишенка. Ну, прям очень классная посмотрим, пара. Посмотрим, сумеет ли Павел обыграть, как мы сегодня говорили уже, по слухам, Purple считается учителем Фаербата, которого уже обыграл, ну, Павел. Кстати, а посмотрим, теперь посмотрим. Предстоит встреча с первым чемпионом мира. Ну, а также будем, естественно, наблюдать за противостоянием доктора Хиппи и Хоя. Собственно, два финальных матча сегодняшнего дня, друзья, очень скоро после паузы. Так что далеко не уходите, скоро вернемся.